акте о результатах испытаний в частности отмечалось: результаты подтвердили высокий уровень боевых и эксплуатационно-технических характеристик отечественных танков и их соответствие современным требованиям. По совокупности основных характеристик лучшие результаты показал Т-80. Впрочем, отмечались и недостатки Т-80. По запасу хода и топливной экономичности этот танк уступал конкурентам, принимавшим участие в испытаниях. По эффективности стрельбы на дальности до 4000 метров существенное превосходство показал танк Т-64 модификации «Б», оснащенный автоматизированной системой управления огнем и комплексом управляемого вооружения. Был еще один пункт. В нем говорилось следующее: целесообразная разработка единого танка с газотурбинным и дизельным двигателями. Конструкция такой машины должна быть максимально унифицирована с лучшими техническими решениями танков Т-80, Т-64Б и Т-72. Как показала история, сделано это не будет. Вплоть до конца 80-х годов эти машины развивались параллельно. Вот танки Т-64 переправляются на противоположный берег. Машины этого семейства будут серийно выпускаться вплоть до 1987 года. А это уже танковое подразделение, оснащенное 72-ками. Долгое время эти машины будут находиться в строю танковых войск Советского Союза, а затем и современной России. Танк Т-80. В процессе доработки машины газотурбинный двигатель станет менее прожорливым. Для замены Т-64 будет разработан вариант танка Т-80 с дизельным двигателем. Эта модификация под обозначением Т-80УД появилась в 1987 году. А пока в начале 70-х годов на вооружение советской армии поступили целых 3 мощных бронированных машины. Сегодня современные сухопутные войска невозможно себе представить без боевых машин артиллерии. А вот в 50-х годах судьба этого класса бронированных машин была далеко не однозначна. Считалось, что в условиях возможной ядерной войны традиционной ствольной артиллерии не найдется никакого применения. Однако глобальная атомная угроза становилась все призрачнее. Да и к тому же безграничная вера в ракеты заканчивалась. Огонь! Огонь! 1967 год можно считать годом возрождения советской ствольной артиллерии. Согласно постановлению Совета министров, начались широкомасштабные работы по созданию различных образцов артиллерийского вооружения, в том числе и самоходного. Самоходные машины артиллерии появились на вооружении сухопутных войск как самостоятельный класс боевых бронированных машин. Причем эти самоходки имели совершенно иное назначение, чем самоходно-артиллерийские установки периода войны. Теперь они представляли собой легко бронированные машины. Правда, устанавливались на них все те же гаубицы, пушки или минометы. Предназначались они, как правило, для ведения группового огня с закрытых позиций и обладали значительной дальностью стрельбы, возможностью поражения целей на больших площадях, хорошей маневренностью огня. И еще одна интересная особенность новых самоходных артиллерийских орудий. Если калибр равнялся 152 мм или выше, то стрельба могла вестись уже и ядерными боеприпасами. В начале 70-х на вооружение советской армии приняли сразу 3 самоходных артиллерийских орудия. Образно говоря, это был целый букет самоходок, если учесть, какие обозначения были присвоены этим машинам: гвоздика, акация и тюльпан. У первых двух машин было много общего. Обе имели поворотные башни. Вот самоходка «Гвоздика».
А вот акация. Экипажи машин состояли из 4 человек. Командир, наводчик, заряжающий и механик-водитель. Это был экипаж «Гвоздики». А вот экипаж «Акации». На самоходках был установлен одинаковый тип орудия. Это гаубица «Гвоздики». А это гаубица «Акации». Правда, калибр орудий у этих машин был разный. 122 мм у «Гвоздики», 152 мм у «Акации». Самоходная гаубица «Гвоздика» обеспечивала огневую поддержку мотострелковым полкам. Более мощная «Акация» входила в состав артиллерии танковых дивизий. Самоходная гаубица 2С3 оснащена землеройным оборудованием. Нож-отвал позволяет произвести отрывку окопа для гаубицы силами экипажа без привлечения инженерных подразделений. Отрывка окопа осуществляется челночными движениями машины. Время отрывки окопа 45-50 минут. В вооружении отдельных артиллерийских бригад находился самоходный миномет «Тюльпан». В отличие от «Гвоздики» и «Акации», «Тюльпан» вел огонь не снарядами, а минами массой 228 килограммов. Дальность полета мины, выпущенной из ствола самоходного миномета «Тюльпан», достигала 20 километров. В середине 70-х годов полку бронированных самоходок прибыло. «Гиацинт-С» — так называлась самоходная пушка, способная поражать цели на дальности до 37 километров. А это уже «Пион» — самая мощная в мире серийная самоходная пушка. Калибр орудия составляет 203 миллиметра. Заряжание производится специальным механизмом. Дальность ее стрельбы 48 километров. Все шло своим чередом. Появлялись новые танки, совершенствовалась самоходная артиллерия. Не оставались без внимания и воздушно-десантные войска. Для их нужд в 1974 году на базе БМД был создан бронетранспортер. Вооружения машина не имела, но могла перевозить до 10 человек десанта. Эту машину, так же как и БМД, можно было десантировать парашютным способом с самолета. А вот бронетранспортер, уже оснащенный управляемыми ракетами. Они предназначались для борьбы с танками противника. Теперь десант в наступлении мог чувствовать себя более уверенно. Комплекс с противотанковыми ракетами установили на машину в 1979 году. На базе бронетранспортера была создана еще одна машина для воздушно-десантных войск. Это авиадесантная самоходная установка «Нона-С». «Нона» — название орудия, установленного на самоходке, а означает это «новое орудие наземной артиллерии». Кажется, противник обнаружил батарею этих самоходок и готовится открыть огонь.
но залпом своих орудий «Нона С» наносит упреждающий удар. В конце 80-х на вооружение были приняты новые бронированные машины. Среди них БМП-3, БМД-3, бронетранспортер БТР-80, самоходная артиллерийская установка МСТА. К тому моменту в СССР был накоплен огромный военный потенциал. Сверхзвуковые истребители и бомбардировщики, атомные подводные лодки, средства противовоздушной обороны, межконтинентальные баллистические ракеты. По состоянию на 1 января 1990 года одних только танков в Советском Союзе насчитывалось свыше 60 тысяч. Но мир менялся. Глобальное противостояние стало сходить на нет. А поле боя держится на танках. Взревут моторы и сверкнет броня. По грязи, по врагам полстанков прорвут любую линию огня.